Всем привет! Давайте поиграем в новый инди-хоррор 6120 и попытаемся разгадать тайну поезда. Ну что, начинаем. Посмотрим, что здесь интересного и страшного в этом хорроре. Так, ждем загрузку. И, походу, я появился. Ага, появился я в депо поездов. И мне нужно найти синий поезд и начать стажировку машинистом. Включить, выключить фонарик, кнопка Т. Ясненько, синий поезд, я так понимаю, вот с левой стороны. Потому что он один вроде подсвечивается и выделяется. Тогда пойдем к нему. Почему-то ходьба медленная. Хотя Shift нажимаешь, периодом он бежит. Хотелось бы немного побыстрее, чтобы он бегал. Ну ладно, не в этом суть. Поезд нас ждет, будем стажироваться. Поезд неплохо выглядит, действительно, как прям настоящий. Так, ладно, где здесь вход? А, вот, похоже, и вход. Там вроде кто-то сидит, смотрите, в поезде, машинист. Чтобы забраться в поезд, нажмите Е. Хорошо, забрались. И что нам здесь нужно сделать? Здесь он сам все делает, идет, как видите. Алло, мужик, привет, я пришел к тебе на стажировку. Хоть это стажировка, все же это твой первый рабочий день, и ты умудрился опоздать. Ха-ха. Ну да, чуток опоздал, с кем не бывает, конечно, пока тут найдешь твой поезд. Так, а что здесь делать? Нажать. Подай питание, щиток сзади тебя. Ага, здесь какая-то небольшая головоломка. И что-то нужно сделать. Нужно правильно их соединить, чтобы подалось электричество. Ну, давайте попробуем подтыкать. О! В принципе, я думаю, здесь несложно. Нужно одного цвета правильно выставить, и чтобы везде подавалось электричество. Вроде как получается нормально. Так, как вот тут сделать? Там зелененький, а там красненькие. Здесь нужно совсем чуток подумать. Ладно, пока так сделаем, а потом, если что, где-то подредактируем. Зелененький. Ага, все вроде так. Вот с этими надо немного поработать. И здесь все правильно. Осталось два повернуть верно. Тихо-тихо. Не так вроде бы. Вот так. Ага. И остается последний. О, я думаю, все. Да, все, замечательно. Это был легкий квестик. Ну что, молодец, теперь смотри и запоминай. Поехали, друзья мои. Вот он разгоняется. Интересно, а куда он едет-то? Впереди тупик. Э! Стой! Тихо-тихо, а то сейчас врежемся. Не, он врезаться не собирается, притормаживает. Молодчага. Что здесь у нас написано? ГМО. И почему потемнел экран? А, скорее всего, наверное, ворота открываются, и мы куда-то поедем. Да, похоже. Вот мы едем на поезде. А куда мы едем? В далекие края. Какого черта, что это? Ух ты, а это мы куда-то сейчас переместимся. В какой-то потусторонний мир, скорее всего. Мир демонов и призраков. Но это я предполагаю, сейчас загрузится, и все мы это узнаем более детально. Куда мы переместились и где мы оказались. Что это за такой непонятный поезд? Что произошло? Нужно добраться до кабины машиниста. Включить фонарик Т. Хорошо, что все время напоминает, есть подсказки. Это что у нас? Это пачка Мальборо, что ли? Сигареты. А зачем нам сигареты? Не знаю, зачем сигареты в игре. А вот здесь записка. Я прошел цикл сильнейших облучений, и болезнь отступила. В 88 году пришел на обследование. Казалось, что лем в легком затемнении и рак. Так, врачи быстро приняли решение и удалили легкое, чтобы второе
На второй не перешло. Так, было 23 года, у меня была прекрасно молодая жена, я понял, что не хочу существовать, чувствовать себя неполноценным. После операции мне было тяжело, и я решил, что брошусь под поезд. Во, блин, какая... Да, какая-то ерунда. Оба-на. А что это здесь такое стало? Все темное. Нужно посмотреть, это что у нас тут? Похоже на какие-то кусачки или щипцы, но брать нельзя. Почему нельзя взять кусачки? Не знаю. Так, что здесь у нас на полу? Может, что-нибудь где-то валяется? Надо все внимательно осматривать. Но, похоже, пока ничего не вижу. Цепь. Ага, нужно чем-то сломать цепь. Вот для чего кусачки. Значит, их можно взять, скорее всего, после того, как мы узнали, что там есть цепь. Да, точно. Теперь я их взял и пойду нафиг перекушу эту цепь. Во. Ну, почему сразу нельзя взять? Не знаю. Ну, такая задумка, скорее всего. Ого. Тут у нас какой-то бар был, что ли, записка очередная. Так, депрессия, страшное слово. Так, тут описано про депрессию. Для одних это приговор, страх, мука, жестокая реальность или вырванное прошлое. Я страдаю депрессией. Так, за это время я успел пройти все стадии, начиная от простого плохого настроения, заканчивая тем, что манит романтиков в их произведениях. Так, тут всякая болтология, полностью описание страхов, депрессии, короче, как, что с ним было. Не буду все читать, я не хочу. Короче, но я любил себя, в очередной серый день я решил для себя, хватит нести бренное существование, взял виски и пошел к железной дороге броситься под поезд. Оригинально, конечно, да. Какой-то, ну, аптечка. Поезд с депрессивными людьми, наверное, которые не хотят жить, а хотят ее покончить самоубийством. Но не знаю, по крайней мере, две записки почитал, и в каждых все это написано. Так, почему не получается взять батарейки? Ага, взял. Ну, вперед далее. А тут что у нас? Я умер от рака легких и обречен стоять в этом поезде в вечность. Говорите с призраком. Ой, блин, призрак. Привет, напугал нафиг, а? Чтобы сохранить игру, подойдите к привидению, откройте инвентарь, нажав I, нажмите на пачку сигарет и закройте инвентарь. Нажмите E, игра сохранится. Так, нажимаем инвентарь. Какой призрак прикольный. Привет, дружок. Ты что тут забыл? Нажал на пачку сигарет, теперь нужно нажать на Е. Господи, как давно я не курил, игра сохранена. О, блин, а вот это вообще, это фишка. Это вот очень порадовало, повеселило. Хоррор, а смешно получилось, дал призраку закурить. Да, у разраба есть юмор, это радует. Ладно, пойдем дальше шагать. О, это что у нас за вагон какой-то? Тут что, накурили, что ли? Да нет, не похоже. Книги в воздухе летают. Что-то тут нечистое. Где-то сейчас будет призрак или какой-то подвох, а? Но... Тишина, сплошная тишина. Где сюрпризы, друзья мои? Где? О, впереди, что это за свет? Машина? Адская машина? Да ну нафиг, откуда ходит? Блин, походу сейчас давить будет, текаем, текаем. Ого, да. Интересненько, в поезде машина горящая, которая пытается меня задавить. Причем второй раз тоже. Как же ее пройти? Может пробежать быстренько, пока она сейчас будет отъезжать назад? Ну, рискнем. Так, 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 так. Да, да, получилось, она опять поехала. Смотрите, сделать надо... скриншотик на память, потому что в поезде машину адскую редко горящую видишь. Все, получилось у меня пройти этот участочек. Тогда держим путь далее и постараюсь расследовать, что же с этим поездом случилось. Опять огонь. Да, все тут нечисто, все странно, закрыто. Как же пройти, это что за картина? А, нифига себе.
Вторая загадка. Здесь уже нужно разложить пазлы. Но это будет легко. Только нужно понять, как это все здесь тыкать. А, нужно на пазл нажать, зажать его и перетягивать. Ну, начнем с уголков, сверху. Вроде бы все получается пока. Так, лицо. О, наверное, сюда. Мужик сюда. Так, где-то тут что еще непонятное? Это где-то здесь, может быть, будет. Ну, нижняя полоска, значит, низ. Так, тут тоже, походу, низ. А это уголок. О! Не-не-не, тихо, куда эту? Куда эту деть? А, это платье. Точно, чё ж я сразу не догадался. На картину просто не посмотрел. Сразу тыкнул и давай... О, все, замечательно получилось, довольно-таки быстро. Несложно, совсем прям несложно. Но радует, что есть маленькие головоломки. Это уже интересно, что не просто тупо нужно идти, а вот какие-то загадки решать. Призрак, повторюсь, опять удивил, порадовал. Так, очередная записка. Что тут? Мне было 28 лет, у меня была ответственная работа, которая на тот момент была не готова. Я работала в администрации небольшого прицельного городка. У меня в подчинении было несколько сотрудников. Я контролировала деятельность нескольких муниципальных учреждений. Это были 2000-е. Тогда многих уволили за участие в коррупционных схемах. Так, их назначили... Так, что тут такое? Так, я оказалась на должности, которую еще не знала. И однажды я приехала на сессию, она еще училась, познакомилась с молодым человеком, закрутился роман, поначалу все было хорошо, потом узнала, что у него есть семья. В этот день моя жизнь остановилась, я нахожусь в глубокой депрессии 2 недели, не выхожу из дома и решила покончить жизнь тоже. О, блин, а они что тут, все, кто в поезд в этот попали, в адский, все были самоубийцы? Какой-то прям действительно... Поезд грешников. Так, на двери написано «Только мертвый знает истину». Ну и... Чё за прикол? Ух ты! Ты кто? А, привет, привет! А, это девица, походу, и есть этот призрак, которая работала на хорошую должность. А ну-ка, посмотрим на тебя. Да, блин, симпатичная дама была. Подумаешь, неудачный роман, чё ж сразу жизнь самоубийством заканчивать. Вот идиот, а? Не живется он спокойно, хорошо. Другого бы нашла, да и все. Ладно. Еще болтать. Пошли, куда ты меня ведешь? Надеюсь, еще ни к одному самоубийце или призраку. Идет, шагает себя. О, смотрите, какая. Теперь в черно-белом виде призрака она стала. Так, дамочка, куда мы идем, интересно знать, а? Куда ты меня сейчас приведешь? Неизвестно, куда приведет. Хотя известно, это пока мест только одному разработчику. Мне это неизвестно, потому что я игру вижу первый раз. Так, в эту комнату привела. Ух ты, подождите, у меня галлюцинация или там какой-то призрак? Да, нифига себе. Мужик, здорово, ты откуда? Ты что тут делаешь? Папиросы? Папиросы возьму, сохранятся. Так. Кто это такой? Сыграем в игру. Если ты ответишь неверно, я вырву твои кишки. Ну вот, приплыли, сюрприз. Это дает нам 3 раза. Первые 2 раза бесплатно, а вот 3-й придется заплатить. Ну, зубы, конечно, за зубы. Какими нотами можно измерить расстояние? Километрами, милями, милями, милями. Что невозможно удержать и 10 минут, хотя оно легче перышка. Дыхание. Я не живой, но я расту. У меня нет легких, но мне нужен воздух. У меня нет рта, но вода убьет меня. Кто я? Огонь, блин, вода ж убивает. Так, ты не такой тупой, как показался вначале. Хорошо, последняя загадка. Конечно, я не тупой, я тупой, блин. Еще глупости лишь. Гуляет в поле, да не конь. Летает на воле, да не птица. Фырчит, рычит. Волк, бабочка, ветер. Да ветер, я так думаю. Ага, живи пока что. Пароль... 8917. Зашибись, а зачем мне пароль? Не знаю, что-то я пропустил, наверное. Так, где-то тут призрак был, хотел я сохраниться, а вот где он?
Ой, цепь повисла, забаговала. Ладно, фиг с этой цепью, нам все равно нужно вперед идти. Так, нужно найти призрака, сохраниться и... О, вот он. И узнать, от чего код этот. Так, давай-ка. Закури, покури и мою игру сохрани. О, я прям тут стихами уже заговорил. Да. А, на-ка, Е нажмем. Господи, как я давно не курил, игра сохранена. Действительно, как это прикольно. О, опять это помещение. Чё ж он так дышит, а? Боится, что ли? Я не боюсь, а он боится. Ну, какие сюрпризы будут ждать впереди. Вот здесь вот темно, конечно, очень темно. Плохо, что нету бегунка, чтобы сделать посветлее хотя бы чуток. Ну, хотя, в принципе, все нормально видно. Определенные участки были темными, а так разглядеть все можно, как говорится. Так, и вот здесь где-то я... Где-то я тут не прошел дальше. Ага, это я все читал уже. А, да как же я сразу не заметил панель. Так, какой у меня код? Вот я его записал даже. 8917. 1. Вот поезд трясет, неудобно попадать. 17. И открыть. О! Как хорошо, а? Все прям... Тут не залазить хорошо, прям так получается. Проходится пока нормально. Главное не сдохнуть, а то сейчас накаркаю еще. Темнота. Опять темнота. Плохо все видать. Но впереди целая куча дверей. Призрака нигде нету для сохранки. Но я тут недалеко сохранился, если что. Вот этот звук мне уже не нравится. А, это что? Звук бензопилы? Блин, лучше смыться назад. Подождите, подождите. Какой-то хрен за мной бегит с бензопилой. Что за прикол? Ой, твою мать. Он меня немного покоцал, походу. Ну ладно, есть аптечка, отхилимся. Ну а как от него смыться? Да куда бежать? Ну вперед, понятно. А может тут есть какой-нибудь дробовичок? К примеру, пистолет или закрыть его в двери. Блин. Ну, судя по звуку, он не отстает, поэтому я тоже останавливаться пока не буду. Пока не найду что-нибудь интересного. Блин, хотя бы захрам. Так, что здесь? О, пистолет, пистолет. Чтобы взять пистолет, нажмите 2. Так, хорошо. Вот батарейки я видел. Ну, на тебя. На. Отхватить. Да, блин, тихо, тихо, тихо. Сейчас еще убьет меня. Не. Хорошо. Отлично. Я застрелил маньяка с бензопилой. Но что-то я про него пока еще ничего не слышал, не читал. Что он в этом поезде грешников делает, а? О, сигарет, 5 пачка. Смотрите, тут сохраняться можно много раз. Но привидение всего одно для сохранки. Так, а вот записка. Что тут? Это случилось ранним утром. Депрессия продолжается более 3 лет. Рутинная работа лесорубом измотала меня. Так, рабочие, которые постоянно надо мной смеялись, я был уродлив. Проснувшись утром, я отправился на пилораму и взял своего верного друга Джонни, это бензопила. Так, по дороге, да, все думал. После очередной шутки в мою сторону я завел бензопилу и расчленил всех работников. Нифига себе, он всех убил, поэтому за это он попал, наверное, в этот адский поезд. Так, отхиляемся, надо... батареек заправить, фонарик. Действительно, это в этом поезде собраны призраки и души всех нехороших людей. Так, очередная загадка. Что здесь делать? ВАСД движение, Space подтвердить. Нужно попасть правильно в этот разъем. Ну, давайте попробуем поразгадывать. В принципе, тут ничего сложного вроде как бы. Нужно только внимательно все смотреть. Во, вроде похоже. Так, смотрите, я один раз попал, загорелась одна точечка. Нужно, получается, попасть еще раз, два, три, четыре раза. Есть. Еще 3 раза нужно. Так, внимательно смотрим. Интересная головоломочка. Вроде простенькая, но интересненькая, необычная. Главное тут меньше болтологии, а больше внимательности. Похоже. Да вроде
Да, похоже. Пока играем четко, без ошибки. Точнее, разгадываю. Ну, не то, не то. Опять не то. Так, так. О! Оно вроде. И последнее нам нужно угадать. Вообще, не нам. Вы просто будете смотреть это видео, а я вот угадываю. Ну чё, похоже. Да. О! Все, хорошо все пока получается, а? Так, куда же я все время это иду? А, в кабину машиниста, наверное же, как вначале было говорилось. Так, тут у нас что, ключ? Нашел какой-то ключ. Блин, твою мать, опять этот козел с бензопилой, а? Он что, всю игру меня теперь будет преследовать? Ёли-пали, надо куда-нибудь убежать и завалить его нафиг где-нибудь. Вот тут вот начнем. Но, давай-давай, сдохни. Ну, совсем не сложно. Конечно, немного подиспугал от неожиданности. Думал, в него надо будет всадить пару обоим, а тут все-таки легко он убился. Все, тогда шагаю дальше и попытаюсь все-таки понять, в чем смысл этого поезда, что в нем такого, какая будет разгадка. Опять пачка сигарет, да елки-палки, тут что, нужно сохраняться через каждые 5 минут, если я всего 2 раза пока сохранился. Так, ничего не вижу. Все тихо, спокойненько. Сейчас опять какой-нибудь призрак. О, а вот и кабина машиниста. Хорошо. Так, поезд несется навстречу. Нужно что-то сделать. Блин! Щелкаю Е как можно быстрее. Нифига, вот дошел до упора и все. И опять, смотрите, щелкаю до упора, доходит и все. А! И что получается? Так как мой персонаж, за которого я играл, тоже был в депрессии. Он тоже, получается, погиб в этом поезде. Значит, что, в этом поезде нет режима выживания? Все, кто туда попали, все заканчивают жизнь в аду. Или нет? Почему? Что? Где черный экран? Точнее, где загрузка какой-то видео или что-то? Но... Или это еще не концовка? Я вот не пойму. Вороны каркают. Нет, походу все-таки концовка, я прошел игру, да, такая она и есть, такая задумана. Так что, ребята, под видео в комментариях оставляйте ваше мнение по игре, а я на этом буду заканчивать. Интересная игрушка, но коротенькая. Ну и всем тогда пока-пока.